Знаете, что самое страшное? Это уныние. Вот сколько людей заняты строительством в городе, а? Да, их много. Но все в основе своей унывают, а вот Таурус нет. И ведь по сути то, народу-то ведь немного, но 30 домов, которые он строит, в раз он строит дешево. Как вам это? Я вам много раз преподносил возможность построить нормальный дом, очень большой дом, по цене бросовой трешки. Я вам сколько раз объяснял, что купив сад, можно себе построить отличный уголок за 300-400 тысяч легко. А потом его можно также и достроить, если будет либо жена, а затем уже и сын. Но не все в ауте. А кто понимает суть вопроса, он может поработать с Таурусом. А найти-то его легко. Труда 49А и телефон 430705. И он себе спокойно покупает нормальную канадскую недвижимость. Кстати, то, что делает фирма Таурус, может быть не только как основа, но может быть и как второй этаж. И, кстати, для инвестора. Фирма Таурус может вам легко построить и дом в высоту чуть более штатной хрущевки или сталинки. 6 этажей со способностью выдерживать землетрясение в 9 баллов. Да легко! Так что думайте, не только те, кто может построить дешевый дом, но и тот, кто хочет на недвижимости заработать. Кстати, то, из чего делается ваш дом, легко крепится на совершенно другом фундаменте. И к слову о фундаменте. Делается он легко, и не надо ждать 42 суток то. Это на сегодняшний день один из наиболее эффективных фундаментов является. То есть название его правильно, это финская подушка. Она включает в себя винтовой фундамент вместо ленточного, как такового традиционного. И, соответственно, для того, чтобы можно было в зиму строить дом любой постройки, включая даже шлакоблочный дом на этом фундаменте, то есть заливается полностью пространство между сваями. Засыпается скалой, уровень щебня, песка, утеплитель, сетка, система теплый пол. И, соответственно, уже в доме все отсутствуют традиционные радиаторы. То есть вот за моей спиной будет дом без одного радиатора по дому. То есть я так понимаю, что это тоже новая технология, да? Вы заливаете и внедряете в фундамент абсолютно другие вещи, да? То есть тут нету ленточного фундамента, тут все по-другому. Ну, здесь как бы более традиционные варианты, то есть они совместно компонуются вместе. То есть это винтовой фундамент и сама финская подушка. Финская подушка, она подразумевает собой сразу залитую плиту уже со всеми коммуникациями. То есть это система теплый пол, это электричество, канализация, водоснабжение и уже готовый вариант для строительства. Да, вы не заливаете ленточный фундамент. У вас абсолютно другая технология. Что это за технология? Технология, она подразумевает, заключается в том, что мы не используем ленточный и фундамент для того, чтобы нам... Ну, у нас нет возможности ждать 48 суток, как полагается, для выдержки. Мы заворачиваем фундамент винтовые сваи за 2 дня и уже, соответственно, делаем финскую подушку еще в течение там, 2 недель. То есть у нас фундамент, в принципе, готов в любой период времени, хоть зимой, хоть летом, для строительства. Теперь по сути. Вы в землю на глубину промерзания выращиваете основу. Затем ее заливаете. Потом про стены. Стены легче и нагрузка ниже. И вот вам результат. Дом возводится за месяц. Еще месяц либо меньше доводка, и через 2 вы въезжаете в нормальную хату, слушаете нормальную музыку и нормально играете в компьютер без визгов и стучания по батарее соседа. Ну чем это не радость то? А то, что мы вам сейчас показали, говорит и о том, что не самыми дешевыми домами занимается фирма Таурус. Все, что хотите, легко. И небольшой коллектив, но и правильный результат. Хотите построить дешево и качественно, и кроме фирмы Таурус вам не найти. А где ее искать? Труда 49А и телефон 430705.